Дорогие наши горячо любимые выпускники 2013 года, наши учителя, родители, сегодня 7-й год подряд мы проводим единый день выпускника. 30 лицеев, 822 выпускника сегодня празднуют единый день Гагаузии выпускника. Вчера вы были птенцами, не оперившимися. Сегодня вы птицы, гордые птицы, которые полетят по всему миру. Ну-ка, расправьте крылья, чтобы я видел, что вы сегодня улетаете по всему миру за знаниями, делать карьеру, добиваться того, чего вы хотите добиться, достичь тех рубежей, которых хотите достичь. Мы по-доброму, искренне завидуем вам, молодым, которые сегодня начинают свой жизненный путь. Перед вами все границы открыты. Вы можете учиться там, где вы хотите учиться. Вы можете получить все в этой жизни за счет вашей целеустремленности, за счет вашей работоспособности, за счет тех знаний, которые вам дали ваши замечательные учителя, той возможности, которую предоставили вам ваши родители. Цените все это. Не забывайте это все. Пройдет 5 лет, пройдет 7 лет. За это время будут преодолены все сложности, которые у нас есть. У вас будет возможность реализовать свой потенциал здесь у нас в автономии. Везде, где вы будете, не забывайте о том, что вы учились, получили знания в автономии Гагаузской. Везде достойно нас представляете. Я каждый год получаю благодарственные письма от многих ректоров, многих вузов, многих стран мира, где они говорят: самые добросовестные, самые восприимчивые к знаниям, самые исполнительные и целеустремленные дети – это дети из Гагаузии. Спасибо вам, учителя! Спасибо вам, родители! И спасибо вам, нашим выпускникам, которые будут гордо нести звание выпускника 2013 года из Гагаузии. Прославляйте нашу маленькую автономию везде, где вы будете, и представляйте ее гордо. В заключение хочу вам всем пожелать крепкого здоровья, всего самого доброго, каждому из вас найти свою половинку, свою любовь, одну единственную и на всю жизнь, и не меньше 3 детей, один для папы, один для мамы, а 3-й для Гагаузии. Добрый путь! Улетая, как гордые птицы, возвращайтесь обратно в свои родные гнезда. Спасибо!